Утром я снимал во временном госпитале в Крылатском. Раньше, до пандемии, это был Ледовый дворец, а теперь там больница. Почти 1500 коек, реанимация, целая армия врачей и, разумеется, полным-полно больных. Кажется, все как обычно. Я, наверное, должен был бы привыкнуть к этому за 1,5 года съемок проекта «Эпидемия». Все те же скафандры, тавики, в них невыносимо жарко. Пот начинает литься сразу же, как надеваешь капюшон. Все те же вечно запотевающие очки, машь их мылом, не машь, все равно через час ты уже ни черта не видишь. Все те же уловки и хитрости, чтобы спрятать телефон или рацию. Некоторые даже носят перочинные ножи и вообще выглядят как знаток Вассерман. Такие в обвесе. Все тот же общий душ с каким-то дезинфицирующим мылом и водой, плохо стекающий в поддон. Все вроде то же самое, обычное. Кроме больных. Я даже не мог представить себе, насколько помолодела эпидемия, особенно среди мужиков. Все палаты, терапия, реанимация, все, вот все наполнено ребятами младше меня, сильно младше. Есть 20-25-летние, полно тех, кому под тридцатник. В общем, я не видел ни одного практически человека старше 50. Все в отличной форме, хорошо выглядят, безо всяких сопутствующих заболеваний. И вот на тебе, 40-60-80% поражения легких. Хрипят? Говорят с дикой одышкой, улыбаются и сами себя ругают. Ну, не успел я сделать прививку. Ну, дурак. Что я могу вам еще сказать? Еще раз попросить вакцинироваться? Вы же не услышите. Посмотрите, наверное, наш фильм про новый штамм, который вот мы сегодня начали снимать. Он скоро выйдет. Все увидите сами. Болезнь проистекает мгновенно. От легкого кашля до реанимации пара дней. И прививка вас спасет. Из 1000 лежащих сейчас в Крылатском людей вакцинировано человек 10, и у них легкая форма болезни. Но вас это тоже вряд ли убедит. Я уж не знаю, что вам и говорить, чтобы вы пошли и укололись. Ничего, наверное. Постарайтесь выжить, даже если вы дураки.